Так, нужно вот это включить, вот это. Опа, а это что за фигня? Надо бы обследовать, думаю. Да, я такого никогда не видел. Я тоже. Ладно, оставьте меня, пока идите. Ну, твоя же смена. Нет, не моя. А, ну вот. Да, разумный организм. А что если... Он двигается. Что за фигня? Ладно, я посмотрю, что там с фиолетовым. Ладно, иди. А где этот объект? Так, нужно всем сообщить, что его украли. Ты узнал то, что не надо было. О, нет, оранжевый. Кто тебя убил, нужно... Ты убил оранжевого? Нет, тревога! Я знаю, кто предатель. Он появился, но так же быстро исчез. Нет, это не я! Кия-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 на! Чёрт! Кто здесь? И пугать вообще. Черт, кто его убил? Получается, желтый не был предателем. Так, сейчас узнаем, кто предатель. Это красный. Он в любом случае, даже если бы он увидел труп, он бы репортнул его. О, привет, фиолетовый, я знаю, кто предатель. Это я. Ты о чем? Обещаю, я вернусь. Что за? Так, ну все, красный, хватит тут нам танцы делать. Я знаю, что ты предатель. Что? Это не я, я ничего не делал. Да-да, хватит мне тут сказки рассказывать. Да, это он, я не знаю. Это точно он. Вот видишь? Ну, я же не... я ничего не делал. Да-да, конечно. Да правда. Взять его. Я не предатель. Все равно взять его. Может, этого детектива позвать? Ты о чем? Какой детектив? Ну, в космосе есть детектив, который решает такие проблемы. Ну ладно. Вот и хорошо. А зачем он? Ну, мы же еще точно не знаем, что он убийца. Да? Ну, вообще-то я знаю. Только посмей что-то натворить с этим детективом. Я тебе такую жизнь устрою. Понял меня? Да. Ты хорошо. Ну, что встал? У тебя заданий куча. Пошел. Позвони этому детективу.